Я полагаю, что мэр Ярославля хотел разбогатеть. Недаром ходил с дорогими часами, в дорогих рубашках, в дорогих костюмах. И кажется, он действительно хотел немного попользоваться. Но при этом он развивал оппозиционную политическую деятельность. Некоторые оппозиционеры думают, что их оппозиционный статус должен их защищать от закона. Здесь уж ничего не поделаешь. Плохо, когда оппозиционеров сажают. Еще хуже, когда оппозиционеры воруют.